Добрый день, дорогие друзья и зрители этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс. Я риэлтор в Центральной Флориде, в городе Орландо, его пригородах. Сегодня я хотела вам показать дом, который находится... Мы здесь в этом районе еще не были. Он находится в районе, который называется Колледж Парк. Это такой кози, такой приятный очень райончик. Здесь много, конечно, старых домов, старых построек. Но каждый владелец каждого этого дома, каждый раз, когда я здесь езжу, они очень любят свои дома. То есть всегда стригут кустики чуть ли не ножницами маникюрными. Люди, которые живут в этом районе, реально гордятся этим. Они этот район очень любят. И сегодня у меня появилась возможность показать вам новый дом в старом районе. Вы уже просили в прошлом видео, чтобы мы показали дома, которые мы продали. Сегодня я закрыла эту сделку, мы закрыли этот дом. Моего покупателя со мной нет, к сожалению, он решил остаться в тени, не появиться в видео, но он нам предоставил такую замечательную возможность показать его новые приобретения, чем мы сейчас и воспользуемся. Давайте быстренько пробежим по цифрам. Этот дом выставлялся на продажу за 869 900, мы его купили за 860. Оценен городом он был за 880. То есть, получается, мой покупатель купил на 20 тысяч дешевле, чем реальная стоимость этого дома, что хорошо. Нам было очень приятно, да, это слышать. А размер дома 3288 квадратных фут, что является в квадратных метрах, 305 квадратных метров. По налогам очень сложно сказать, потому что дом был только что построен, и налог еще указан 3000, это налог за предыдущий год, то есть за тот дом, который здесь был раньше стоял, это был старый дом, его снесли, то есть налог будет намного выше, он будет, скорее всего, в районе 10, 11, может быть, 12 даже тысяч, мне это сложно сказать, я не налоговик, но это будет около 10 тысяч. Продается готовый бизнес в США, штат Миссисипи. Пиццерия работает с февраля 2016 года и уже почти 5 лет со второго месяца работы показывает исключительно положительные финансовые результаты. Пиццерия расположена в студенческом городе, рядом с кампусом одного из крупнейших университетов. А студенты, как известно, редко готовят и часто заказывают пиццу. Помимо этого, положительно на продажи влияют многочисленные спортивные мероприятия, проводимые на расположенном рядом стадионе, на 65 тысяч зрителей. Важно, чтобы новый собственник или его управляющий владел английским языком и был заинтересован в развитии бизнеса и отличной операционной работе. Цена продажи – 150 тысяч долларов с возможностью рассрочки. Средняя чистая прибыль – 7 тысяч долларов в месяц. Финансовая отчетность предоставляется по запросу после подписания соглашения о неразглашении. Возможно получение рабочей визы E2 или грин-карты после получения визы L1. Контакты для связи под видео. Давайте пройдем в дом. Это очень уникальный проект. Дом был построен Dakota Construction. Наверное, застройщик настолько понравился моему клиенту, что он сказал, что именно вот этот дом у этого застройщика он хочет купить. Этот застройщик, он не массовый застройщик, он не покупает огромные участки земли, не строит множество домов по одинаковым проектам. Каждый его проект, он разный. Над каждым проектом работают архитекторы, дизайнеры, все мелочи, которые они приносят в дом, они разные, отличаются. То есть вы не найдете... Кастом-мейд, да. То есть он строит, это застройщик, он строит или спек homes, это вот этот, это был спек хом. То есть его архитекторы сами придумывают проект, его дизайнеры разрабатывают интерьер, какая плитка положится, какие-то полы и так далее. И когда он заканчивает это строительство, он выставляет дом на продажу сразу же, как это был выставлен этот дом. Или же он строит custom-made дома, это по проекту уже клиентов, ну, естественно, он помогает, его архитекторы тоже работают, то есть он начинает строительство с нуля по проекту клиента. Вот этот был spec home. Давайте пойдем. Okay. Welcome.
Что мы сразу здесь видим? Плиточка какая интересная здесь, да, на полу, дизайнер, да, при входе? Дизайнер решила именно при входе положить такое интересное, она как в багамском стиле, что ли, да, в гавайском стиле, да, плиточку. Да, да. Так, а здесь смотрим дальше, что это за полы? Это дерево. Дерево, а, смотри, классно. Оригинально. Да, слушай, прикольно. Ну, такое все здесь в стиль, все такое, да, стильное. А видно, что... В доме нет ковров, Это плюс. В доме, извините, знаете, что я не сказала? 5 спален и 4 ванны полных. Это хорошо. 4 полных ванных. То есть, вот эта комната, она считается... Это что такое будет? Как спальня. Но спальня. Они, скорее всего, будут использовать как офис. Понятно. Ну, хороший офис здесь будет, большой такой. Ну, и, в принципе, и спальня тоже... Нормальная была бы. Так, заходим, да, сюда. Ванная комната. Так. Так, здесь вот еще один, да, вход. Здесь гостевая ванная будет, она как бы и в спальне идет. Ага. И гости, они тоже могут ее использовать. Классно. Мне нравится, смотрите, как на полу такие камешки, да, сделаны. Угу. Так, интересный дизайнерский ход. Такие же камешки видишь, душевую камеру. Угу. Да, красиво. А я хотела сказать по поводу окон, потому что уже были комментарии, как можно мыться без занавес. Да, как? Застройщики никогда не предоставляют закрытые окна, то есть window treatments, они идут уже, как бы уже хозяин это делает. Да, затенять, да? Нет, я знаю, что новый владелец этого дома, он собирается... ставить такие plantation shutters, они называются, не знаю, как по-русски, то есть это... Какой принцип? Что будет? Ну, это как жалюзи, только они деревянные, которые там открываются, так. Ну, хорошо. В общем, да, то есть это уже даже заказано. Это уже заказано, уже окна замеренные. Никто ничего не увидит, в общем, да? Соседи вот там ничего не увидят. В принципе, еще и забор. Когда новый хозяин будет мыться, здесь уже будет висеть. Что-то будет висеть на окнах. Так, тут у нас тоже, знаете ли, натуральный камень, да? Ой. Да, это гранит. Гранит. Все как мы любим. Да. Все. Понятно. Идем дальше. Вот, какой здесь простор. Просто супер. О, посмотрите, да, как подсвечено. Красиво. Мечта. Большая кухня, это и здесь моя мечта. Очень много, посмотрите, она вообще сделана до потолка. Да, конечно, сюда классно. Можно ставить лесенку высокую, но знаете, что хорошо? У людей есть сервизы, которые они не используют каждый день. Каждый день. А раз в год, например, правильно? Да, конечно. То есть это можно все туда запихать. Все правильно. То есть раз в год можно лесенку принести. Классно, классно, что до потолка. Смотрите, здесь... На видео, наверное, не будет видно, но он очень застройщик очень гордился этим гранитом. Это не отшлифованный. А я еще обратила внимание. Он, я таких не видела пока, но он сказал, что сейчас начинается мода. Мода на такое, да? Да. Угу. То есть он не отшлифован, но он правильно сделан, чтобы ничего не забивалось, никакая еда. То есть он все-таки был обработан, но он не отшлифован, не отполирован. Вот здесь только сбоку отполирован, да? Сбоку, вот здесь, да, так, потому что это срез. Им надо было уже полировать, да. Срез был. Прикольно. А, плита. Плитка. Газа, натуральный газ. О! На 6 комфоров. Классно. Посмотрите, какой воздуховод. Огромный. Можно на всех 6 готовить, и все будет нормально. Еще застройщик очень гордился этим воздуховодом. У него есть кузнец. Болгарин. Ух ты. Как бы полковник в отставке, с которым он говорит, я даже боюсь спорить. По любым каким-то мелким дизайнам, именно что касается ковки, он сразу меня в сторону отставляет, говорит, я сам все придумаю, сам все это сделаю. То есть это был его проект, так же, как и лестница, потом вы увидите. То есть лестницу он сам придумывал. Но это очень красиво смотрится все вместе, это необычно. Ну, реально. Да, такое. Массивное такое. Очень прикольно. Так, здесь у нас посудомойка встроенная, можно сказать, да? Или как? Ну да, конечно. Ну да, встроенная.
А, и вот тоже встроенная все. Духовка и маленькая, да, духовка? А, прикольно. Как такая мини-духовка, да, это микроволновка. Она, кстати, нам рассказывали, честно говоря, я пока не знаю, но она тоже может работать как и бейк, как и духовка. Ну, то есть да. Она и как микроволновка, и как духовка. Как классно. Пиццу обычно в таких делают. Да-да-да. Да. Да все, что хочешь. Очень много storage, то есть много кабинетов, полочек, смотрите. Здесь опять-таки видите, до потолка это все. Туда, конечно, не знаю, кто сложит. Ну, да, я бы не отказалась, у меня есть что сложить. Да-да-да, тоже, да. Разберутся уже. Смотрите, холодильник делает кофе. Я такого не видела. Кофе? Холодильник кофе. Сюда вставляется кей-кап. Где-то я боюсь трогать, а то мне потом еще... накажут. Ну, как-то она здесь есть инструкция, они уже там разберутся, да, вставляется кейкап и делается кофе. Интересно. Вот, кофе там уже какой-то есть, по-моему, да. Так, вот глубокий холодильник. А это морозилка. Все одной марки. Все одной марки. Я еще обратила внимание, что это не... А что за марка, кстати, я не вижу. Это кафе, это профессиональное оборудование. То есть это не... Дорогое, то есть, да? Что-то, да, то есть он вложил очень хорошо в эту кухню. Это реально профессионально, это кафе, в магазинах просто... Не продаю, да, я даже не слышала, честно говоря. Мне вот это помещение нравится. Это просто здесь такая да. Sliding door, bar называется, да, и вот это вот пейнтри уже. Классная, большая. Ой, куда она ведет? Смотри, там Нарния. Представляешь? Да, здесь можно там, я не знаю, пылесос, например. Большая. Слушай, а вот это здесь это для бара. Винотека. Смотрите. Да, здесь можно поставить вино. А, винное такое, ага. Уголок. Да, это барный уголок. Так, а вот давайте перейдем сюда. Да, перейдем, да. Пока далеко не ушли. Так, это гостиная, да? Здесь будет телевизор. Соответственно, где-то здесь будет большой диван. А вот это вот обеденная зона, да? Обеденная зона. Обеденный стол большой. Я уже сказала, что этот дом был обставлен для продажи, профессионально обставлен. Но, к сожалению, мы не успели снять с мебелью. Потому что мы сразу, мой покупатель решил сразу зайти под контракт, и они мебель вывезли. Я пошлю фотографии, как оно было с мебелью обставлено. Да, с мебелью всегда как бы нагляднее. Хорошо, да, ты просто ставишь эти фотографии, видео, и чтобы хотя бы было понятно. Да, это гостиная, это столовая. И люстры-то какие необычные. Такие, знаешь, как этот стиль называется? Модерн или что? Скажи, современный какой-то. Трамвай. Contemporary? Contemporary, да. Ага. То есть по-русски, не знаю, наверное, современный, модерн. Да. Я бы не сказала, что прям совсем модерн. Да, я вот тоже думаю, модерн это что-то другое. Ну ладно, я погуглю, посмотрю. Но... Вообще это крафтсман, весь дом, он на крафтсман стиль. Это то, что мне застройщик говорил. Крафтсман. Да, такой и стиль. Это как contemporary делает. То есть не совсем модерновый, но что-то между... Что-то такое между. Что-то модерн, стильное и... такое, да? Дорогая простота. Да. Потому что модерн это в основном все квадратное. Совсем минимализм уже, минимализм, да, такой. Да, то есть это между классикой и... модель. Вот такой мне стиль больше всего нравится, между классикой и... Ничего лишнего. Такой, как лофт, мне, конечно, не очень близок все-таки, слишком он холодный для меня, а вот этот вот, он такой уже более уютный. Естественно, да, с мебелью это будет по-другому. Да. Давайте пройдем здесь гараж. Давайте гараж посмотрим. На две машины. Гараж на две машины. Ой, какой чистенький пока. Пока чистенький. Да. Так, тут у нас, в принципе, все, да, два бака стоят. Как часто баки надо уносить? Высокие двери. Да. Я здесь не, не жила, я не живу, пока как бы не живу. Ну, а вообще, теоретически? По-моему, да, ну, во всех районах два раза в неделю мусор вывозится, один раз в неделю ресайкл. И я думаю, что...
Моему клиенту дали целый список, что когда приезжают, в какие дни, что увозят. Ну, я этот список особо не изучала. Что мне нравится, у них они поставили уже smart home systems, да, везде. То есть это можно управлять через телефон и кондиционером, и аларм, да? Вот это же алларм, security. Ой, господи. Сейчас полицейские-то приедут все-таки. Да, ладно. Слушай, что-то я уже нажала, и что-то disarmed. Так, подожди, не трогай. Ачи! Ладно, все пройдет. Я думаю, что мы по первому этажу закончили. Кстати, вот покажи лестницу, тоже да. Интересная стеночка. Это тоже кузнец болгарский выковал. Болгаркой. Да, очень оригинально. И здесь большие, высокие потолки. И, соответственно... Если это молдинг, Да, молдинг называется, да. Смотрите, он не просто прямой, он тоже закругленный такой. То есть каждая деталь этого дома, она достаточно необычная. Видно, что реально здесь работал дизайнер, все это придумывал, все эти люстры и ванные комнаты, плитку, как это будет сочетаться и так далее. Да, и цвет такой приятный, серенький, такой светлый, мне нравится, зеленый. Что... Да, чуть-чуть есть такое, ага. Ну что, поднимаемся, да, на второй этаж. Лестницы тоже, соответственно, здесь тоже дерево. Это паркетная доска, да? Ну, раз это дерево, значит, скорее всего... О, так. Это большая бонусная комната. Ага. Вот этот вот уголок, да, это бонусная комната. Здесь есть телевизор, если есть дети в доме, есть дети, они могут, взрослые внизу смотрят, дети вверху смотрят телевизор. Да, вот сюда вот поставить, да, например, диванчик и вот здесь телевизор. Да. Все понятно. Куда проходим? Ведите нас. Здесь лаундри рум, постельная. Естественно, застройщики никогда не предоставляют сушилку и стиралку, но это уже заказано по пути. Хорошо. Скоро будет установлено. Там очень удобно с раковиной. С раковиной, конечно, всегда удобно. И тоже здесь натуральный гранит. Дальше идем. Это что? Детская, здесь да? Гостевая. Или детская. Ну, в общем. Одна из спальни. О, давайте посмотрим, как здесь двери-то тоже, смотрите, нестандартные стоят. Красивые какие ручки. Обратите внимание. Не очень глубокая гардеробная. Да. Для гостей будет больше, чем достаточно. Это тоже уже заказали гардеробные. Их будут устанавливать на следующей неделе. То есть эти шкафы уже купили. Мне нравится, что они вот так открываются. И сюда пока не будет меблировано полностью. Да? Да. Хозяин пока есть время. Так, вот он вид тут на соседей. Идемте дальше. Где? Где? А, плиточка интересная здесь какая. Здесь тоже такой, как это был, брошированный какой-то, да? А, да, слушай, я не обратила внимания. Здесь тоже вот он не отполированный. И замечательно. А, классно. Он засиликоненный или как это правильно? Хороший. То есть покрыто, чтобы его брошировали, чтобы он был не идеально ровный. А потом... Я даже не обратила на это внимания. Как это называется? Кто знает? Как? Это по-русски, да. Это по-русски. А то мы каменщики не той квалификации. Так, смотрите, еще эта полочка какая. Все в стиль. То есть для шампуней. Здесь тоже окошко такое красивое. Ну, здесь вас уже, конечно же, никто не увидит. Что там происходит? Я тут дверь ломаю. Ладно, вообще такое бывает. Шурик. Такая что? В какую сторону-то она? Так, здесь кондиционер, да? Кондиционер. Ага. Здесь два кондиционера в этом доме. Окей. Внизу, на нижнем этаже и наверху. Угу. Так, проходим. Это детская, да? Например. Большая, хорошо. Угу.
получается, Джек и Джилл, это две спальни, соединенные ванной. Ванной одной, ага. Ванная комната на две спальни. Так, две раковины, что хорошо. Да, вообще отлично для детей, да? Две раковины. Да. Тут у них душевая, туалет и вот еще одна комнатка. У каждой комнатки есть вот такая вот гардеробная. Туда даже можно зайти и спрятаться. Вот такая вот она вместительная. Мастер бедрум классная? Да. О, большая. Да, действительно. Светлая. Кругом окна. Это мастер бедрум. Угу. Достаточно большая. Надеюсь, у них будет достаточно мебели, чтобы это все оставить. И две гардеробных. Ага. Окей. Это очень удобно. Классно вообще. Представляете? Вот одна мэ. И вторая Жо. О, как я угадала, у Жо, посмотрите, есть еще и зеркала. Классно. Может быть, мы заберем себе зеркала. Ну да. Интересно, я тоже этого не замечала. Здесь такая pocket door, а здесь, ну, типа слайдинг. А, здесь слайд. Я не понимаю, почему, видимо, не хватило места. Не хватило, да, не хватило места. Но слайд очень хотелось установить. Или самое интересное там. Так, что тут у нас? Вот это вау. Вот это классно. Тут посмотрите. Все могут искупаться, да. Ну да, детей, если много, всех детей туда загнал и вымыл за один раз. Батя, когда увидел ванну, он сказал, о, вот это я беру, да? Это мой размерчик. Классно. И тоже смотрите окна. Моешься и в окна смотришь. Очень удобно. Ай, на тебя смотрят. Я очень надеюсь, что они успеют повесить жалюзи на эти окна. Ага. Потому как мы тебя в раз будут. Да. Так. А там у нас отдельно, опять же, слайд дор. Вот так вот она работает. Сейчас покажем. Вот так. Здесь вот у нас туалет. Закрывается. Что очень хорошо. Я переживаю, как вот мыть вот эти зеркала. Ну, наверное, надо еще, наверное, лестницу сюда поставить и не свалиться. Думаешь, будет мыть хозяйская жена? Не знаю. Может быть, она наймет профессионал. Да, ну стекла, конечно, много. Да, слушайте, да, да. Это очень красиво, мне очень нравится вот это все стекло, но. Но оно заляпывается. Ну, дай бог, они себе хорошо, могут такое позволить. Хорошо, что смотрите, как они сделали. Вода далеко от стекла. То есть, если как бывает, сильно кабинки, заляпываться не кабинки будет, поменьше, да. Тогда вода стекает прямо по кабинкам. А здесь просто будет... Ну, все равно будут брызги по-любому. Будут брызги, потому да. Потому что с высока вода падает. Конечно, будет попадать. Неизбежно. Ну-ка, нельзя. И все видно, смотри, я себя вижу хорошо. И так вижу, и сяк. И так, и сяк. Да. Вот оделась и покрутилась. Ты точно хозяйка. У нас раньше трилежи такие были, да? Трилежи, да. Да-да-да. Было-было, да. Помню. Ну, вот такой вот домик в районе колледж Парк. Я считаю, что он стоит денег. Абсолютно. Кстати, здесь... Земля, она больше, чем у многих домов в этой эре. Mm-hmm. Он тоже застройщик гордился, что это оверсайз макияж. Там земля обычно поменьше. Uh-huh. Вот, например, смотри, тот дом впереди, да? Uh-huh. Видишь, как у него небольшая земля? Совсем мало. То есть видно, что крыша и забор. Надя, ты знаешь, здесь будут что-то... ставить, например, бассейн. Вот, да, я уже разговаривала с покупателем, он хочет, ну, сейчас немножко обоснуется, он хочет поставить к забору туда гостевой домик, или называется pool house. Ага. А так можно, да? Можно. То есть куда-то подавать надо заявку. Ребята, да? Я самое главное не сказала, здесь нет HOA. Да, вообще, самое главное. Вообще нет HOA. Вот, те товарищи, которые вывозят мусор, они же
За счет... Ну, за мусор налог, платишь. Да, да. Школа. А, в налог. Все, в налог, да. HUE здесь нет. Класс. Во всем колледж-парке нет HUE. Ну, это прикольно. Вот, поэтому, да, естественно, нужны будут пермиты, разрешения, но это будет город, каунти. Кстати, дорого получить пермиты на строительство такого домика? Я пока не узнавала этого. Но это делает обычно застройщик, это включено в его пакет. Моему покупателю он говорит, когда будете готовы, дайте знать, мы вам поставим. Да-да-да, не сами же люди сделаем, будут делать, да. Правильно, билдеры будут есть, делать. Все, ну, на самом деле, по пермитам я ни разу не бегала по каунти, всегда это включено. Например, чтобы поставить забор, на это тоже нужен пермит. Ну да. Сколько бы мы заборы не ставили, это уже включено в стоимость услуг той компании, которая ставит, и они получают эти пермиты. Ну, то есть... тогда удобно, да. То есть они будут делать пулхаус и бассейн сам, в общем-то, пулхаус тоже, да? Бассейн. А скрином не будут накрывать, не знаете? Я, честно говоря, не знаю, но это уже пожелание. В будущем пожелание. Да, да. Ну, во всем есть плюсы и минусы. Хотя бы деревья еще здесь, угу. Здесь просто, видите, положили так травку. Ну, здесь площадь позволяет здесь много что сделать. Сделать никакой ландскейпинг, пока не будет построен бассейн. Да, да, это правда. Это правда. Поэтому я думаю, что нужно пока им так оставить. Там магнолии вон посадили две. Так, смотрим. Вот, чуть-чуть даже есть растительности уже посаженной. Совсем немножечко. Ну, есть... где душе разгуляться и что еще придумать. Были бы деньги только. Так, а что там интересно у нас? Да, есть. Здесь все уже подготовлено под летнюю кухню. Угу. Здесь проведено уже, чтобы стену уже не ломать, угу, здесь уже проведен водопровод и там проведен газ. А, ну да, чтобы газовая барбекюшница была. Они предусмотрели реально все вот эти мелочи. Это, не знаю, я даже не знаю, нет, разводка, я не знаю, что какая-то это. Какая-то, наверное, электрическая разводка. Вот там вот коробка, я знаю, это для воздуховода. Mm. Если здесь будет стоять плита, это газ. А вот это что, возможно, говоря, может, даже для вытяжки розетка. Может быть. Розетка, тут же нет розетки. Точно, это может быть, вытяжки. Это розетка, да. Во всем доме ты увидела эту коробку, я даже не знаю ее предназначение. Вот розетка. Вот розетка, еще но одна. Тут, нет, и еще одна розетка. И вот, смотрите, еще с этой стороны дом покажу. Тоже здесь, значит, розетки. Вот так они спрятаны специально от дождя. Диванчики всякие, качельки поставить. Там стоят счетчик. Кондиционеры. Вот кондиционеры, пожалуйста. Два. И вот он счетчик. Кому интересно, не знаю, интересно кому-то. Но мы сами показания не снимаем. Здесь всегда это делают специалисты. Или вообще они сюда не приходят, они делают это как-то, да, онлайн у них это все. Мне кажется, они, никто не приходит и не снимает сюда. Они, знаешь, когда приходят, когда... точно они приходят, когда от одного владельца к другому, чтобы они поняли, когда остановили они тот сервис, да, и перевели, ага, на вот каком метраже этот счетчик был. Угу. А как часто, я никогда не видела. Я тоже, я думаю, онлайн у них это все возможно. Придумано. У нас-то приходят, снимают, ну, в России показатели. Да, здесь, так, здесь по-другому. Или не так часто, или так. Сорняк. Извините. Выдрала сорняк? Слушай, ну я видела дома за 700 тысяч. Гораздо более скромно. Я хочу сказать, что вот эти вот все маленькие дома, я знаю, просто мы ездили с моим клиентом, с моим покупателем, он просто искал именно вот в этой эре, нигде больше, не в другом месте, потому что из-за школы, у них дети ходят в школу недалеко отсюда, он хотел, чтобы дети ходили пешком в школу. Вот эти все маленькие дома, постройки 1950-70-х, некоторые мы смотрели даже там 40-х годов, они стоят... 150-600 тысяч. Вау! Я клянусь. То есть это реально хороший вариант. Такой же домик здесь был, его снесли и построили новый. Да. Этот. Ну, здесь был домик, скорее всего, не за 550. Конечно, был вообще. Такой, где уже совсем. Такой, да, заброшенный. Или, я не знаю, что здесь было. Вот, но снесли какой-то очень старый домик, разровняли участок и построили. Ну и молодцы, видите.
Быстренько купили. А сколько он стоял на рынке, этот дом? Не в курсе? Этот дом вышел... В один день этот дом вышел на рынок. Я его сразу послала своему клиенту. Клиент говорит, я его смогу посмотреть через неделю, потому что я завтра утром улетаю в командировку. Mm. Я поняла, что неделю он может не простоять. Ага. Мы сделали, назначили показ дома на 7:30 утра до того, как клиент улетел. Ага. И уже этот дом, постояв как бы даже не сутки на рынке, у них уже был один офер. То есть уже было предложение на покупку. И как продавец выбирал между этих двух? Я так поняла, что офер моего клиента ему понравился больше, потому что у него не было, у этого офера, у него не было никаких условий. Это называется contingency. Contingency – это я куплю дом при условии такой-то, такой-то, да? А у того покупателя было условие, что он заходит под этот контракт, но он продает в это время дом где-то еще. И он может купить этот дом, когда он продаст тот дом. Понятно. А это время. Так, что моего покупателя, я не знаю, какую они цену предлагали, нам это секрет, это обычно не раскрывается, но продавец этого дома, он просто посмотрел... Посмотрел контракт, который человек точно закроет, или контракт, может быть, он не продаст дом и не закроет. Он выбрал. Но здесь уже было даже меньше суток стоял на рынке, но здесь уже повезло всем, в общем. Поэтому я его правильно выделила, моего покупателя. Спасибо ему, что он меня послушал. Этого дома не было, скорее всего, на рынке. То есть взяли прям горяченький. Горяченький, да. Ну, поздравляем покупателя, хоть его и нет. Но мы мысленно его поддерживаем. Большое, да, спасибо покупателю, что предоставил нам такую возможность. Дом очень хороший. Я, как риэлтор, тоже смотрела очень много домов в этом районе. А хорошее вложение денег. Ты еще говоришь, что строится что-то для отдыха, семейного отдыха. Да, здесь буквально... В общем, расположение колледж парка. Это даунтаун Орландо, рядом с даунтауном. Это нейборхуд, это не пригород. Это район Орландо. Здесь до даунтауна отсюда езды, ну, 3 минуты на машине. Ну, я не знаю, сколько там. 3 минуты, может быть. Да, недалеко. Ну, 5 минут на машине максимум. Здесь же через дорогу в 3 милях Винтерпарк, вот это известная парк-авеню. Болдвин, да? Нет. Винтерпарк, парк-авеню. Ага. Который, это другая. Все. В центральной Флориде улица. Мы там тоже гуляли, да. Да, то есть это вот 3 мили, можно даже на велосипеде туда. Классно. И с другой стороны, то есть Винтерпарк, там, по-моему, и с другой стороны колледж парка сейчас начинается в 2021 году, строится огромный проект на 200 тысяч акров земли. В этом проекте участвует YMCA, это спортивная организация, она благотворительная спортивная организация. Также в этом проекте участвует Доктор Филлипс Чарити, там какая-то благотворительная, какие-то благотворительные организации вкладывают эти деньги, они будут строить для района, там будут спортивные площадки, бассейны, теннисные корты, их прям, по-моему, штук 6 будет, сюда какие-то теннисные школы будут переводить, будут строить... Джим, велосипедные, дорожки, целую такую как бы городок ресторанов. То есть это будет улица пешеходная, будут трайлы, дорожки для ходьбы, там будет озеро, вокруг озера ходить. То есть такой нереальный просто проект. Это будет красиво. А школы здесь какие? Слушайте, по школам школы нормальные, они не Элементари, вот я видела, так хорошо выглядела, даже с бассейном, как будто бы она там. Да, но я не могу сказать, что школы 10 из 10, но они очень как бы нормальные, хорошие. Ну, типа восьмерки, да, хорошие. Вы знаете, чем ценится этот район и почему он растет в цене? Здесь находятся недалеко все вот эти коммерческие школы, которые не паблик. Чартерные, да? Нет. Да, частные школы. Частные, ага. То есть здесь находится буквально в
пешей доступности покупателя как раз ходит ребенок Бишоп Мур, это частная школа. Угу. Сколько там стоит обучение, не знаешь? Даже приблизительно, да? 1020. Угу, в год. Ну, так и подумала. 20-22. Ага. Это high school, да? High school. Ага. А есть и middle, и elementary частные или нет? Только ну, здесь high. Недалеко, здесь и First Academy есть, и Trinity school, и... Ну, много. Угу. То есть в пешей доступности, то есть ребенок может сам дойти до такой школы. Но другие школы не в пешей доступности. А, они да, недалеко, они находятся там в 5 милях, в 3 ну, милях. Ну да. То есть в этой стране Орландо находятся буквально все частные школы, которые есть в центральной Флориде. На юге Орландо нет. Все находятся вот севернее. Что-то находится в Интерпарке, что-то находится... тоже в Орландо, несколько миль отсюда, что-то находится там ближе к Мейтленд. Хорошее вообще расположение, удобное, да, тоже до всего, в принципе, не так далеко, потому что рядом с даунтауном, считай, да, можно сказать, это такая середина, и до всего можно доехать. Ну что, поехали в следующий дом? Здесь да, же? Поехали в следующий дом. Мы снимем, выложим это в следующем видео, а на этом мы, наверное, уже попрощаемся. Да. Да? Да, спасибо, ребята, что вы нас смотрите. Нам очень приятно и самим смотреть дома, и вам показывать. Мы сейчас проедем в другой дом, как сказала Юлия, потому что этот дом уже продан, а тот дом стоит на рынке, на продажу. Они, я так думаю, что они немного похожи. Вы посмотрите, но они, естественно, и разные, как, чем-то похожи. То есть, один и тот же застройщик, да? Нет, другой застройщик. А, ну тогда по-любому чуть-чуть. Другой дом. Хорошо. Окей, все, пока-пока. Пока.